До начала нового учебного года осталось всего 3 недели. К 1 сентября готовятся не только школы, но и детские сады. Приемка чебоксарских дошкольных учреждений началась 5 августа. Специальная комиссия проверяет их на соответствие нормам и стандартам. Успеть за 10 минут. Такие нормы эвакуации в детских садах. Построиться по парам, спуститься по пожарной лестнице или выйти через запасной выход уже не составляет труда. Дошколята тренируются каждый месяц. Вот и сейчас с этим справились на отлично. Да, в наше такое сейчас время это обязательно нужно делать. Обучать правилам поведения в таких экстремальных ситуациях, при пожаре, при дорожно-транспортных происшествиях, чтобы они знали, что нужно делать и как нужно делать. Им нравится, потому что это их дисциплинирует, они организовываются и выполняют все даже поручения. Под пристальным вниманием комиссии все помещения и коридоры детского сада номер 10. Специалисты надзорных ведомств проверили пищеблок на соответствие санитарным требованиям, противопожарную систему безопасности, наличие эвакуационных выходов. Еще один пункт – все ремонтные работы должны быть завершены. В ходе приемки данного учреждения было нами принято, были даны ряд рекомендаций, которые были устранены в ходе приемки. Учреждение в целом готово к новому учебному году. Приемку 121 детского сада планируют завершить 11 августа. Она идет одновременно во всех районах столицы Чувашии. Все выявленные нарушения должны быть устранены до 20 августа. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика.